Команда «Самарочка» привыкла быть на высоте. В премьер-лиге девушки играют уже 6 лет, за плечами первенства на чемпионате Европы. Вот и сейчас взяли золото среди российских команд. Говорят, соперники были достойные, но в своих силах спортсменки не сомневались. Долго тренировались. У нас условия для проживания очень хорошие, и именно зал для настольного тенниса тоже. Тренировки просто должны быть упорными, и на это делалась ставка, чтобы держать концентрацию на протяжении всего сезона победного нашего. И девочки, в принципе, с этим справились. Самое главное – это отдаваться полностью тому, чем ты занимаешься. Победа была ожидаема, говорят спортивной федерации, потому что основные игроки «Самарочки» – опытные спортсменки, входят в состав сборной страны. Поздравить девушек и вручить им медали приехал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Это, конечно, такое яркое достижение нашего самарского спорта, наша женская сборная, которая играет в самой высшей лиге чемпионата страны по настольному теннису, стала чемпионками страны. Это девушки, которые воспитываются в нашей Самарской области буквально с самого юного возраста, но буквально за последние 5-7 лет они очень сильно выросли и добились очень серьезных побед. Сотни девчонок и мальчишек сегодня могут заниматься этим простым демократичным видом спорта. Развиваются спортивные секции, они появляются в различных учебных заведениях, строятся современные комплексы. Тем временем «Самарочкам» некогда расслабляться. Впереди чемпионат мира. Из-за эпидемиологической обстановки сроки проведения сдвинулись, а значит, у спортсменок больше времени, чтобы хорошо подготовиться. Мария Левина, «События».